Виктор Николаевич, добрый день. Расскажите, что сегодня вы представляете на стенде? Горочный замедлитель, который устанавливается на горках на распуске вагонов. На данный момент в России применяется пневматический, который производит замедление путем сжатия обода колеса. Предложенные нам продукция – это так называемые грибки, которые активны, и на которые состав накатывается, и не происходит стирание колеса, именно накатывается. И он подключается к компьютеризированной системе, которая может его как подставлять под колесо, так и отводить, и не нужно. Все зависит от скорости распуска и какую длину пробега должен иметь вагон до пути остановки. И новый образец – это у нас буфер крэш-системы. При аварийном столкновении вагонов происходит одноразовое поглощение энергии. Данная технология запатентована нашей компанией «Акстон». Она основана на резании металла, что обеспечивает постоянные и очень хорошие характеристики как поглощения энергии, так и стопроцентную срабатываемость при любых условиях, при любых углах, и скоростях, и силе. И очень легко ее можно смоделировать и спрограммировать на любую силу энергоемкости, на любую энергоемкость. Каковы ожидания вашей компании от выставки в этом году? Можно сказать, в этом году более масштабная выставка, представлено гораздо более интересных выставочных экземпляров, новые технологии, новые образцы техники. Мы тоже в этом году выставили новые образцы техники. Это замедлители, это пружина, которая производится на нашем заводе. Наше предприятие, это ЛМЗ «Камаз», входит в группу «Акстон», в которую уходят еще заводы в Польше, два завода в Германии, в Чехии и в Китае.